из спальни выходит зять с большого бодунища и направляется к ведру с холодной водой. Теща к нему. Зятек, помоги нитку в иголку вставить. Зять дрожащими руками, стуча кружкой о ведро. Мама, а не пошли бы вы лесом? Я тут кружкой в ведро попасть не могу. Пап, что у бабушки с памятью? А что такое? Как не приду к ней, она спрашивает, кто это к нам пришел? Подходит проводник и спрашивает. Ваши билеты? Мы их потеряли. В таком случае у вас будут проблемы. Ша, люди, вы только послушайте. Мы потеряли билеты, на вокзале у нас украли вещи. Изя отстал от поезда. И вообще, мы едем не в ту сторону. И этот еще говорит, что у нас будут проблемы. Дорогой, угадай, что я подарю тебе? Носки. Обязательно было все портить, блин. Нафиг ты вообще угадывать начал? Как вы воспитали такого умного, хорошего мальчика? Ложь, угрозы, шантаж. Ооо.